Бабы-чай, привет. Всем нашим тоже плотный хай. Сексист Андроист. Секси Андроист. Смотрите, ни одного проседа, ни одного пролага. Меня столько раз эта тачка лагала тут до этого. Мне череп как будто сверло буравит. Ну, это я после доната. С палестинскими детьми. Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Не любит себя он, а. Не о-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 о. Сейчас будет секс, крекс, пекс, текс. Смотрите. Среди нас багаж. Оля. Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. А чё мне нельзя на... Ля какие. А чё, он в блёстках прям намазан? Ни хрена. Подождите. Ля. Ля, какой гигачат с челюстью, вы видели? Смотрите, какой гигачат. Ля. Ля. О, Бреня. Я так понимаю, они просто на автомате, да? Я боюсь, я сейчас тут заруиню, я не знаю, там. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это... Курица! Да ты охренел, Коннор! Ни время, ни место! Трейси с синими волосами направилась к выходу. Так, и куда, и куда, и куда, и куда, и куда, так. Но это мы нашли. Да, давай дальше. Или я что-то еще не увидел? Направился к выходу. Лол, я поржусь, если мы сейчас будем мужика арендовать. Вот это я пор... Вот я сейчас посмотрю на ебало Хэнка курица! После этого. Опять курица! Короче, я сейчас предполагаю, смотрите, вот она пошла туда. Типа, да, и вот видите, тут мужик находится, 14 номер. Типа, мы сейчас должны будем от его лица посмотреть, куда она пошла. И мы, скорее, сейчас попросим Хэнка его арендовать. Я сейчас предвкушаю ебло Хэнка просто. Смотрите, хоп, 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 хоп. Смотрите, хоп, 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 хоп. Ай-ка пока дает. Ай-ля-ля-ля-ля-ля. Ай-ля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 . Ржаком. Я знаю, где она. За мной. Охренеть, чтоб меня. Он впечатлился, он... Хэнк, ты меня теперь любишь? Ну, в смысле, ценишь как друга, как товарища? Василий Иванович! Стой. Тут я уже сам. Давай. Все. Ребят, я молодец. Давайте, да, давайте ваше мнение. У меня сейчас, смотрите, вот такая плашка, чат. Там поднялась стрелочка вверх, отношение увеличилось. Курица! Я, короче, не знаю, может ли в этой игре умереть Хэнк, но если он умрет, я буду переигрывать. Вот она, блядь! Хоп! Стоять! Так. Курица! Опять ой-ой-ой. Курица! Недавно пересматривал прохождение по печати. Какой пор. Смотреть, как рушится сюжет за счет его эгоизма. Нереалистично, и я думал, что это выбор предвещает другое. Подождите! Я не могу пока что отвечать на донаты. Я пытаюсь сейчас не заруинить. Хэнкич. Повалить! Она прям боевая тяночка, слушайте. Опять курица! Накажи меня, мамочка! Пока я спрашиваю, мне никто не ответил. Какая? Черт вас дери. Ну, в конце кратко про второго ведьмака. Воу-воу-воу, на улицу идем, вау! Бля, лишь бы Хэнк был живой. Ну там, походу, тяночка пассивная, видите, она прям такая боязливая. Они друг друга любят, лол. Так им же память, подожди, стирают. Как они могут любить друг друга? Да, одна не бросит другую.
А в смысле? А пощадить? Какой стрелять? Дуран, что ли, блядь? Какой стрелять? Нам их допросить надо, вы чё? Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Так люди виноваты, блядь. Люди шизы. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Серьезно? Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Так и подождите, им же память стирают. А как в смысле они любимые? У них же память оффается каждые два часа. Чтобы она снова прижала меня к груди. Не, на тяночек, бисечек я посижу. О людях, о том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Стоп, а в чем смысл вообще сейчас происходящего был, блядь? Типа, мы пришли расследовать дело, найти убийцу. Мы нашли убийц? И они убежали? Я что, заруинил? Я сейчас буквально буду цитировать папича, когда он в казиноче что-то проебал там, и такой, а чего я добился? Я сейчас реально спрашиваю себя, а чего я добился? Я хорошо поступил тем, что их не убил? Или я заруинил? Я не понимаю. А, не-не-не-не-не-не-не. Забудьте, у нас все хорошо, ребята, все хорошо. Может, так даже лучше. С иглы. Все. Хэнк сказал, мы все, Хэнк одобряет, ребята. Я на самом деле хз, что мне сказать, какая моя в данном случае вообще мысля. В первую очередь, я рад, что мне игра не лагает. А во-вторых, я не вижу смысла, честно говоря, вот относительно меня убивать этих лесбух, потому что буквально одну ёбнул клиента, другая испугалась то, что ёбнут ее. То есть они просто хотят жить. Они просто банально хотят жить, а их, оно их... То есть, вот представьте себе, допустим, у меня есть старый комп, и я вдруг захочу его выкидывать. Если вдруг старый комп скажет, чел, пожалуйста, не выкидывай меня, ты можешь мной не пользоваться, ничего, я могу ставить пылиться, но только не выкидывай, не убивай меня, я скажу, базаришь, ладно? Вообще, без проблем. Если мой старый комп меня попросил, он меня служил хорошую службу, он может спокойно отдыхать. О, у них там сейчас новый год. Все мечты исполнит новый год. Лютер нейтральный. Мне еще со всеми надо отношения выстраивать? С Алисой близость. Интересно, а какие отношения между Алисой и Лютером? А программа 100% прохождение My Summer Car. Что будем делать? Снимать трусы и бегать. Найти убежище. О, понятно. Так. Видимо, пешком идти. А что, коленки вговняет на кожные, на эти самые? Значит, надо искать ночлег. Да мы сейчас еще каким-нибудь кретиноидом попадем. Могу сказать, что здесь ночевать негде. Мы сейчас какому-нибудь еще Златко попадем. Только в этот раз будет какой-нибудь Златкинчкевич, там, я не знаю, типа такого. Не-не, в этот раз вместо Златко будет Златков. Один краше другого. Два сапога пара. Мне сегодня приснилось, короче, ребят. Мне сегодня приснилось, что Настя отправила меня на месяц отслужить на фронт. Типа сказал, ну иди отслужи. И буквально в момент, когда мы из города собирались выезжать, началась ядерная война. То есть я прям смотрю, короче, у нас вот за городом такие 6 ядерных грибов стоят. Я еще так делаю пальчик большой, а они гораздо больше. Мы все типа спрятались в какой-то бункер, притом я вместе с Настей еще почему-то. Но внезапно начало, короче, в бункере очень сильно печь, и, короче, не сработало. У меня нехорошее предчувствие по этому поводу. Кэрон! Что за хуйня?
Лол! Это еще что за защитить Алису? Схватить пистолет. Защитить Алису, я хз. Спросить, оттеснить, спросить. Кто вы? Что вам надо? Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. А, о. Мы тоже машины. Лол, они все гниды из кадетства! Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Они все гниды из кадетства! Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Блин, вот чел, который задонатил про то, что Хэнк и Коннор, как Петька и Василий Иванович, он гений. Ну-ка. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Ну? Изобретенное понятие... Православие! Андроидское. Андроиды придумали себе бога. О чем я и говорю? Долбануться. Вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант. Это же забавно вообще, это же гениально. Это связано с тем, что случилось в клубе Рай? То, что вы мужика себе наняли тогда? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Братан, это все ирония. Они могут симулировать эмоции, но они машины. А машины ничего не чувствуют. Вот это зря, блин. Ну а сам-то ты, Коннор. Я бы это не сказал лично. Ты у нас вроде на вид человек. А на самом-то деле что? Она осторожно, нейтрально, холодно, агрессивно. Нейтрально! Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Сказать правду, солгать. Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Я не руина. Лол, что? Но ты же боишься смерти, Коннор. Да. Досадно, если мое существование будет прервано. О, Хэнк, не надо, блядь. Я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Хэнк, не надо. Ничего. Хэнк, мы же друганы. Да. Братки. Рай для робот. Бригада. Подождите, я не знаю. Я реально не знаю, если он реально шмальнет, он же шиз, блядь. Не подчиняться, злость Хэнка, ирония, ничего, иронично, блядь. Что иронично? Он что, сейчас шутку скажет, анекдот, блядь? Я реально не знаю. Блядь, я хз, я, это непредсказуемая игра, Дэвид Кейдж не просто. Ничего. Будет пустота. Фух. Ебать! Куда вы идете? Друг! Разблокирован путь! Ебать! Разблокирован путь, друг! И дальше. Мне надо подумать. Хэнк оставил Коннора в покое. Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. С иглы! А иначе никак. Не надо молчать. Что ты предлагаешь? Надо бороться за свои права. Канал 16 вещает из башни страха. Вот, на верхнем этаже. Туда нам и надо. По
появится на заднем плане, блядь. С бумагой. I'm alive! Ну не надо, но не стукай. Потребует убежище в Германии. Смотрите, какой стиляга! Со дня выборов прошел неполный год, и пока президент Уоррен приходится нелегко. Уоррен снискал большую популярность как видеоблогер, и это позволило ей победить на выборах. А ну так понятно, что США в параше находится, у них блогер в президентах. Вы роплите? Ну тебе понятно? Какую-то инстасамку позвали в президента, а сейчас такие, блин, а чувство она там в жопе, блин, о-о-о. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Чтобы никто не вошел, добраться до верхнего... Запереть. А надо ли вообще так было делать? Подождите. Разрезать стекло. А, взять! Все. Так. Бросить. И чё? Открыть. Я делаю максимально быстро. Так, прикрепить. Видеосос. Взять лазерную пилу. Так, подождите. Отлично. Пошло-поехало, мы красавчики. Точно, они же могут делать это с идеальной точностью. Он же все-таки киборг-убийца. Потянуть. Вот он. О! Обхитрить. Ждите здесь. Убей. Откуда? Без понятия. Эй, дружка, ты что делаешь? Курица! Опять курица! Позвонить. Динь-динь. А ну живо поднять руки! Вставай, идем! Так. Приказать. А я не могу, что ли? А нет, могу. Так, вот они, да? Приказать. Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не пощадить! Стреляй. Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Я... Если я сейчас начну хуйнить и требовать, типа, свободу и так далее, то нас посчитают террористами и ёбнутыми. Так что нихуя. Надо записать сообщение. Все, так, у нас осталось мало времени. Твои слова определят наше будущее. Ой, блядь. Маркус, лицо. Деактивировать кожу. Что? Нет, а он, кстати, вроде отличается от других, нет? Жду твоего сигнала. Готов. Готов. Иерихон лидер, Норта друг. Спокойно, решительно. Давайте спокойно. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось. И мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Признание от Минраста равны права, свободу слова. Признание. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Отмена рабства равные права. Отмена рабства. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Расовая сегрегация, работа. Сегрегация. Требуем прекратить сегрегацию в общественных местах и транспорте. Мы требуем права избирать своих представителей. Нихуя.
Право на собственность, средства производства. Право на собственность. Мы требуем право на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Давайте мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим. О, все, блядь. Ай-яй-яй! Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус! Брось меня! Саймон! Помочь! Но в чем дело? Быстрей! Давай, 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 давай! Да! Дотащил! Ебать! Пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Разобраться с Саймоном? Че, мне уебнуть, что ли? Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, реши. Убить, уйти. Дедой! А вы что перед таким выбором-то меня ставите? Уйти! Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Ему пистолет оставили? Давай, 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 ну! Только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое вот видеообращение. Вот это движ начался, конечно. На андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от студии во время эфира. А видите, как все? Плюс общественное если мнение. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. То, что может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной Ключевой вопрос, группы? Был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Хорошо, 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 хорошо. Мирно все вышло, никого не ёбнул, все по красоте. Отец сбежал, но Саймона пришлось бросить. У нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й. Так он же друг, чё он выкабенивается-то? О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Боже, это такой идеальный вообще вариант было взять на роль Хэнка, вот именно его. Того, кто озвучивал мистера Крабса. Я, конечно, не сомневаюсь, то, что в английской озвучке он звучит охуенно, но в русском дубляже тоже сделано прекрасно. О, лейтенант, это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта, он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я Коннор, я булочка с корицей, отъебись. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося.
Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите мне там. Да-да-да-да-да-да. Мы сейчас все расследуем, вот и ему на кукан дадим. Думаешь, это R-A9? Он? Девиант Маркус считает, R-A9? R-A9 их освободит. Я поражусь, если реально они так будут считать. Этот андроид, ну, именно андроиды девианты. Здрастите. Допросить. Проверить реакцию андроидов и найти девианта. Модель. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336. Тут из них девиант. 445581. Каковы твои функции? Я оператор студии. А кто из них, подождите, а кто из них девиант, блять? Как мне это понять? Ну-ка. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Ага, так понятно. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Лола, что если они все девианты? Включи диагностику. Все системы исправны. Курица! Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Пригрозить, договориться, воззвать к совести. Но к совести нет. Договориться. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Пригрозить, воззвать к совести. Опа! Это он, блядь! Это он! Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Это он! Вы видели, как он глазом моргал туда-сюда? Подождите. Ты будешь навсегда отключен. Сгною. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы. Бабинтику. Тебя уничтожат. Ты слышишь? Уничтожат. Пиздец, он жуткий. Я боюсь себе представить, что было бы... Что там вообще на Гуталинов дает? Я боюсь себе представить, что было бы, если бы я давил на того Гуталина. Прощупать память. Пытка, блеф. Давайте блеф. Тех девиантов мы поймали. Они тебя сдали. Нет смысла отбираться. Мы все знаем. Насилие, пытка, прощупать память. Давайте насилие. Сволочь! Сволочь! Это ведь ты! Ты грёбаный девиант! Гондон! Гнида! Давай! Признай! Мошонка! Давай! Что, Хэнк, блядь! Помогите! До отключения, а что мне сделать-то надо, блядь? Хэнк! Хэнк, блядь! О! Ну! Давай! Давай, ну! Давай! Давай, ну, блядь, давай!
Давай, ну, бульчонок, булочка ты наша, давай! Давай, блядь, давай! Давай! Фух! Что делать? Взять пистолет? Атаковать? Спасти Хэнка? Кого? Что? А там Хэнк был? Хорошо, что ты тут был, а то бы я... Коннор. Пиздец. Ах ты, бедняга. Минус Коннор. Ахуй, все? Лол. Волкодав, подчеркивание 1453, поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Это средний вариант развития событий. Ты не руина, ветка не запорота. В смысле, я теперь буду за Хэнка играть? В любом случае, я не знаю, честно. Я не могу даже предсказать, что было бы дальше. У меня такое ощущение, что ну, если бы я не спас Хэнка, Хэнка бы ёбнули. Побежал бы на него, скорее всего, в любом...